Приветствую вас на канале Бесеромания. Сегодня ко мне пришла очередная посылка. Заказала я в новом интернет-магазине ее. Называется он Bed Pack. Очень хороший выбор. Много различных материалов на любой вкус и цвет. Я заказала себе очень классные материалы для рукоделия, для последующих мастер-классов. Так что, если вам интересно, давайте посмотрим, что же там внутри. У меня получилось аж 12 позиций на двух листах. Сейчас мы их подробно рассмотрим и посмотрим, какого они качества. Давайте уже распечатаем и посмотрим, что же там внутри. Уже вижу вот эту позицию, которую я не заказывала. То есть мне ее прислали в подарок. Давайте, наверное, начнем обзор из бисера. В этот раз я заказала себе немножко бисера. Заказала японский бисер Миюки, вот черного цвета. Здесь у нас 50 грамм. Вот такого зеленого цвета. Здесь у нас 10 грамм. И также вот такого бирюзового цвета. Здесь тоже 10 грамм. Заказала также стеклярус, и здесь у нас также 50 грамм. Качество хорошее, хотя есть, конечно, и небольшие разные сколы, но вообще в основном стеклярус одного размера. Размер его 4 на 2 миллиметра. Стоимость такой упаковочки 40 центов. Так, это у нас японский бисер Тофа, вот такой насыщенный бирюзовый цвет, хорошие качественные бисеринки, одна в одну. Размер бисера 11.0, цена его 1 доллар за 10 грамм. Японский бисер Миюки 10 грамм. Тоже он стоит где-то 1 доллар за 10 грамм. Размер также 11.0. Матовый, слегка прозрачный. Очень хорошие бисеринки. Одна в одну. Супер. Миюки, японский бисер, только уже большая упаковка и черный цвет. Прикольные, кстати, такие упаковочки с кошечками. Очень интересный и забавный дизайн. Бисер, конечно же, японский. Он считается практически лучшим, потому что бисеринки очень качественные и износостойкие. И смотрите, они все один в один. Размер его 11.0, также размер 2 на 1,3 миллиметра. 50 грамм, стоит 3,5 доллара. Кстати, Bed Pack — один из немногих интернет-магазинов международного класса, в котором можно заказать качественный бисер, потому что в других интернет-магазинах, к сожалению, в основном только бусины и натуральный камень. А здесь, как вы видите, можно заказать отличный бисер. Бусины, как вы видите, также есть у них в ассортименте, и довольно-таки много, и по хорошим ценам. Давайте мы их отдельно посмотрим и рассмотрим каждую. Бусины диаметром 4 мм цвета аквамарин. Сейчас мы достанем эту ниточку и посмотрим. Очень такой нежный, прям, ну, нежный лазурный такой цвет. Очень красивый, приятные на ощупь бисеринки. Не все бисеринки, конечно, соответствуют по форме, но это буквально 4-5 бисеринок. Все остальные бусинки отличного качества и хорошей формы. Стоимость такой нити — $1.80 за 95 штук бусин в этой ниточке. Следующая нить бусин — это бусины
4,5 миллиметра. Я, конечно, заказывала бирюзовые, но на самом деле цвет у них такой, знаете, как зеленый, темно-темно-зеленый. Но, видите, отличается немножко от картинки, которая там представлена. Бусинки я вижу хорошего качества, практически один в один. Своеобразный свой рисунок на каждой бусинке, очень интересные. Стоимость таких бусинок $1.70 за 91 штуку в нити. Следующая позиция — белые бусины из натурального малазийского нефрита. Я их заказала две упаковочки. Вот одну уже распечатала. Очень интересные они такие, прям супер-супер белые. Просто очень красивый белый чистый цвет. В общем, такие бусинки диаметром 4 миллиметра, 92 штуки в нити, и стоят они $1.50. Следующая позиция — это набор вот таких черных бусин. Прям огромное-огромное количество их. Диаметр их 4 миллиметра, здесь у меня 10 нитей, и стоят они очень дешево. Это не натуральный камень, но хорошие и качественные бусинки, стоят $1.30, по-моему, за такую стоимость вообще, такое огромное количество, вообще супер вариант. Приобрела себе довольно-таки много граненых ронделей. И сейчас мы подробно про них посмотрим. Далее у нас идут граненые рондели цвета морская волна. Посмотрите, какие они красивые. Как они красиво переливаются. Просто супер. Я их заказала две упаковочки. У них один и тот же артикул, хотя, посмотрите, они немножко даже друг от друга отличаются почему-то. Диаметр 4 миллиметра, а стоимость $1. Также вот такой целый мешок граненых бусин. Здесь у нас 10 нитей. Они немножко, конечно, перепутаны между собой. Но посмотрите, какие они красивые. Такой золотой с коричневым цветом. Тоже они небольшие. Я в этот раз заказала много не очень больших бусин, потому что почему-то у меня в наличии бусинки только от 6 и выше миллиметров. Поэтому я в этот раз решила исправить ситуацию и заказала много вот таких небольших по диаметру бусин, для того, чтобы делать побольше мастер-классов ручной работы для вас. Немножко их распутала, и у нас получилась вот такая куча бусинок. Здесь тоже у меня набор ронделей, только синего цвета. Снова у нас 10 нитей. Я вообще люблю покупать, когда имеется на сайте вот такое предложение: купить одну нить или купить 10. То 10 нитей, конечно же, гораздо выгоднее покупать, потому что вы ее покупаете как опт и выходит гораздо-гораздо дешевле. Вот посмотрите, эти ограненные рондели, они очень хорошего качества. Вот эти, которые предыдущие, у них есть такое гальваническое покрытие, которое немножко сыпется, немножко, как вы видите, вот остается на руках. А вот эти бусинки, они очень хорошо окрашены и не перезнивается. Поэтому эти, конечно, намного лучше. Также они больше немножко по диаметру, 6 на 4 миллиметра. Стоимость такого набора $4.32. По-моему, вообще
замечательно за такую стоимость получить вот столько много разных бусин. Конечно, в дополнение я заказала фурнитуру, вот такие замочки, тибетский стиль и другой формы замочек. Давайте посмотрим замочки тибетский стиль для начала. Вот такие красивые замочки-сердечки. Они мне очень понравились, и поэтому я решила их заказать. Размер их 20 на 16 миллиметров. Здесь 10 комплектов. Стоимость $1.70. И у нас еще остались прямоугольные застежки из нержавеющей стали на 3 отверстия с каждой стороны. У меня подобные были такие застежки. Они очень прикольные, удобные, легко одевать и снимать такие застежки. И очень удобно, что здесь есть 3 отверстия. Можно сделать какой-нибудь широкий браслет и присоединить вот такую интересную застежку. Размеры 21 на 10 и на 4,5 миллиметра. Эти застежки стоят $4.10. В общем и в целом, покупкой в этом интернет-магазине я очень довольна, потому что за одну и ту же стоимость в разных интернет-магазинах мне бы предоставили гораздо меньше материалов, но здесь у меня за эту стоимость получилось очень-очень много всяких материалов, с которых я могу творить и делать что-то интересное. То есть этот интернет-магазин гораздо дешевле, чем остальные. Также здесь можно приобрести хороший бисер японский. Тоже это большой и огромный плюс. Он международный, вы можете заказать из любой точки мира свой заказ. Ссылочку, конечно же, на этот интернет-магазин я вам оставлю внизу под видео в описании. Обязательно кликайте, переходите на сайт. Если хотите, я оставлю также ссылочки на каждую из позиций товара, которые я приобрела для себя. Также можете себе приобрести, если вам что-нибудь понравилось. Также не забываем поддерживать мой канал и ставить мне лайки, делиться этим видео в социальных сетях со своими друзьями. С этими материалами я также дополнительно сделаю 2 мастер-класса, поэтому обязательно ждите, будем что-нибудь интересное с вами плести. Как всегда, желаю отличного настроения, хорошего плетения. Пока-пока-пока!